Ой, замечательный семинар. Я очень рада, что я выбралась. Я все-таки думала, что я в косметологии, и, может быть, у меня свои методы, я эти методы применять не буду. Но я правильно приняла решение, что пришла. Я думаю, что методика уникальная. Кроме Юрия Владимировича, ее никто не знает. Ее не получишь в другом каком-то месте, на каких-то других обучающих курсах. Это именно методика Юрия Владимировича. А я вижу на пациентах нашей клиники результат. Я, безусловно, буду делать сама, на себе, да, как практикующий косметолог. Эти методы буду отрабатывать сначала на себе, потом начну на пациентах своих, может быть, сначала где-то как-то локально, в каких-то проблемных областях. Но главное поймать технику, уловить то, что, да, вот зерно, которое давалось здесь, а потом отработать.